Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, здравствуйте! Хотела тут с вами сразу новиночками поделиться. Новиночками покажем сейчас новые слайдеры. Привет! Приветики! Давайте потихонечку присоединяйтесь. Приветики всем! Так, ну что, давайте, пока кто-то будет присоединяться, мы потихонечку с вами будем начинать. У нас сегодня с вами обзор зимних слайдеров. Девчонки, какие нашла зимние слайдеры, такие вам покажу. Что хочу сказать, мы с вами, естественно, сделаем сегодня еще дизайн. Дизайн, да, вот такой вот потрясный, крутой дизайн. Интересно, я вам уже показывала, да, перекрывала его финишем, финишем бриллиант платинум, да, бриллиант платинум перекрывала финишем. Но мы сегодня посмотрим, как он делается. У нас вышла новая коллекция зимних гель-лаков, зимняя коллекция, это королева, состоящая из 7 оттенков. Давайте вот так вот вам покажу, девчонки. Потрясная, вот просто потрясающая коллекция. Посмотрите. Вот такие 7 цветов, 7 оттеночков зимних, таких очень прикольных. Девчонки, вы не представляете, какой здесь потрясающий вот этот голубой. Королева 150. Да, можете пока сделать скрин, но сейчас на данный момент они у нас продаются коллекции. Коллекция стоит 1800 рублей. Да, 1800, 7 оттеночков зимних, вот таких холодненьких, очень-очень красивеньких. Так, давайте вот так как-то я наизнанку все это показываю. Потрясающий серый, темно-серый, светлый, с голубым отливом. Ну, вот этот вот синий, вот этот голубой, девчонки, его нет ни в одной вообще коллекции. Я его очень ждала, очень искала. Он очень красивый. Да здесь все красивые оттенки. Это новогодняя коллекция? Да, это новогодняя коллекция, так и называется, «Королева зима». Правильно? Угу. «Королева зима», поэтому вот я вот вам хочу вот обрадовать вот такие вот крутые-крутые оттеночки. Но сейчас в любом случае я буду показывать и рассказывать про них. И также у нас еще вышли новые 4 гель-лака. Это «Луна», тоже сейчас мы их будем добавлять с вами в дизайн. Вот такие 4 потрясающих, 10, 8, 9, 10, 11. Ну, простите, у меня как-то они неправильно лежат. Вот такой вот. Очень красивый. Сейчас тоже все выкрашу, покажу, как они смотрятся. Просто бомбяу. Бомбяу, особенно 10-й. Мой прям любимчик бомбяу. Посмотрите, как круто отмагничивается. Так, ну что, давайте уже начну. И, конечно же, слайдеры. Слайдеры мы с вами сейчас посмотрим, какие будем использовать. У меня здесь вот такие, посмотрите, очень прикольные веточки. Не знаю для чего, но вот это мне тоже очень понравилось. Это такие, господи, перышки. Ну, название, геометрия, естественно, и вот такие кляксы. Не знаю, для чего, девчонки, попробую сегодня сделать дизайны, но они мне очень нравятся, потому что они фольгированные, я так думаю, что они будут очень круто смотреться вместе с вами. Прям откроем и сделаем. Да, и, конечно же, еще очень много новогодних слайдеров, но вы можете у нас их посмотреть на сайте. Ну, давайте я вам сейчас их полистаю. Коровки я вам уже показывала. Да, вот такие есть очень интересные домики. Домики. Затем вот такие вот черепа. Ну, не знаю, но, наверное, их на Новый год можно делать. Змейки, черепушечки. Но это все фольгированные слайдеры. Так, что у нас здесь еще есть новогоднего. А, новогодние у нас здесь вот есть вот такие ангелочки. Вот такие снежиночки фольгированные. Вот такие снежиночки с фольгой. И вот это вот мне очень нравится, ребят. Вот не знаю почему, но оно мне зашло, оно мне понравилось. Это такие, знаете, акварельные рисунки на каком-то, на такой серебряной фольгированной основе. Тоже очень интересно. Я думаю, что на Новый год это будет смотреться очень круто на ноготочках. Так, дальше, что у нас здесь есть еще из... такие смешные коровки. Смешные коровки.
И что-то как-то все. На этом как-то мои зимние слайдеры закончились, если честно. Вот такие мишки. Ну, кто любит, знаете, такие какие-то слайдеры, ну, такие дурацкие. Так, ну что, давайте уже с вами начну и вам начну показывать, да, какие у нас есть. Ну что, девочки, давайте я вам покажу. Королева зима. Несколько оттеночков мы с вами накрасим, нанесем. Конечно же, мой любимый голубой. Голубой, который входит в эту коллекцию. Я люблю мимимишки. Ну вот видишь, да, я про что и говорю, что это, знаете как, на любителя. Кто любит, кто не любит. Так, королева. Девчат. Галина пишет, вчера все слайдеры разобрали. Ланцов, что ли? Да. Галя, здравствуйте. Да, Галя вчера была на дне открытых дверей. У нас вчера был день открытых дверей. Да. Вот такой вот, девчонки, он очень красивый. Он очень красивый голубой оттенок. На Новый год, я думаю, что это просто прям бомбяу. Так, мы его... Дальше. И еще какой-нибудь давайте с вами нанесу. Тоже из этой же коллекции. Королева зима. Светло-серый оттенок. Потрясающе красивый. Девчонки, сейчас я вам тоже его выкрашу. Он, знаете, такой даже не мышиный, а он чистый, серый, красивишный. Очень красивишный. А мы сейчас на него с вами, может быть, даже приклеим фольгу. Я думаю, что будет очень красиво смотреться. Кто-то любит, знаете, такие спокойные дизайны. Ну вот. Почему? Что жалко? Что помешало? Ой, Елена, а у нас в Москве будет день открытых дверей, потому что Елена из Подольска. А. Наверное, туда даже ближе. Лен, да, приезжайте к нам в Москву. В Москве будет день открытых дверей проходить у нас в понедельник. 30-го, да. 30-го числа. А он не из тестов? Кто не из тестов? Не понимаю, Оль. Так, еще один... Нет, все это не из тестов. Я не знаю просто, правда, про что вопрос. Но... Так, и еще один королева 151, тоже, которая входит в этот набор. Девчонки, у нас сначала выходит новинка, да, мы выпускаем. Она в наборе намного у нас дешевле получаются гель-лаки. Мы с вами, вам уже такое готовое решение на, для ваших клиентов. Потрясающий такой лиловый оттенок. Ольга про серый. Возможно, она имеет в виду наборы для тестирования? Нет, 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 девчонки, это совершенно новые оттенки, совершенно новые цвета. Потому что если мы возьмем еще один серый, да, тоже так же из этого набора, вы видите, как быстро выкрашивается. Так, это у нас будет королева 148. Такой, знаете, серый, но посерее чуть-чуть. Но мне вот тот серый очень нравится. Я его говорю очень... Прям, ну не знаю, прям любимка у меня прям стал. Шикарный. Вот. Так, теперь дальше, что я делаю? Девчонки, давайте теперь я вам покажу как раз наши новые оттенки геля «Луна». Это 4 цвета, 4 оттенка, да, вот в таких вот пузыречках они. Вот так. Почему-то я не вижу. Луна номер... Луна, номер серебряный, номер серебряный. Не вижу эту. Нет, какой там номер получается у нас? 11 же, да? Этот, графит. Сейчас я скажу. Да, 11. Графит. Луна номер 11. Графит. Сейчас, девчоночки, я попробую его найти. Ну, а вот это какой? Вот у меня есть. Вот он.
есть. Так, теперь... Так, шикарно. Так, теперь дальше. Давайте мы с вами начнем. Так, номер 8, Луна. Такой очень приятный голубой оттенок. Это, знаете, как по возрастанию он идет. Мои пошли домой с графитом. Вот. Так, Галя, ты цены подняла? Я с вами еще в Москве поговорю про поднятие цен, что нужно цены поднимать. Я надеюсь, ты подняла цены. Хотя бы ты написала объявление, что цены поднимаются. Сейчас, подожди. Мы работаем там, посмотри. А у меня отстает. Угу. Здравствуйте. Так, Луна номер 8. А вот еще вопрос. Чем отличается гель Луна от Инфинити? Отблеском или размером частиц? Во-первых, он очень отличается отблеском. В геле Луна у нас идут магнитные частицы такого, знаете, серебряного, серого цвета. А в Инфинити они разноцветные. Поэтому и по полосы у нас получается перелив. То в один цвет у нас отливает, то в другой цвет. Так, дальше. Галина ответила. Нет еще. Да, написала. Вот, написала. Молодец, уже радует Галя. Так, теперь что я делаю? Смотрите, девчонки, я представляю наш магнит с одной стороны бокового валика. Вот так вот держу, с одной стороны. Вчера девчонок тоже учила отмагничивать. Смотрите, чтобы у вас получилось красивое отмагничивание, девчонки, не делайте полоску, да? Вы просто чуть-чуть приложили бочком магнита с одной стороны бокового валика, с другой стороны бокового валика. Вы должны сделать такую широкую полоску. Вот видите, у меня получилась широкая полоса. И у вас должна получиться широкая полоса, а не все это согнать в одну кучу, как вы делаете, как вы любите. Так. Затем со свободного края беру и, видите, как будто поднимаю и делаю вот такое вот колоссальное тоже отмагничивание по всей ногтевой пластине. Там бабушка. Угу. Посмотрите. Да, я тоже слышала. Ничего, это у меня гели здесь живые. Так. И у нас будет вот такой вот потрясный блеск. Вы можете увести блик повыше сделать. Вы можете сделать блик пониже. Понимаете, здесь все. Вся фишка состоит в том, как вы будете держать магнит. И видите, у Луны еще есть большое преимущество. Девочки, видите, я с вами играю, но абсолютно не размагничивается мой блик. В этом и заключается вся фишка геля Луна. То, что блики здесь держатся очень долго. Вы можете полностью на всех ноготочках сделать, потом отправить посушиться в лампу. То, что блик не размагничивается. И отправляю в лампу. Так, один. Это у нас был номер 8. Теперь я вам сейчас выкрашу номер 9. Ой, ты мой хороший, смотри, сколько прям вообще сердечек и вообще всего. Знаете, как приятно, девчонки. Так, опять наношу. Это у нас будет номер 9, Луна. Она такая более насыщенная. Более... А что ты начала магнитить? Как сделать, чтобы было без полосы, но блеск на весь ноготь? Без полосы, но блеск на весь ноготь? Давайте, держим. Держим. А теперь вот так вот убираю, но без полоски. Видите, я вниз увожу как будто бы. И вот, пожалуйста, у вас блеск на весь ноготь, но без полосы. Вы ее тогда не заводите, чтобы вы визуально не видели вот этой границы, чтобы у вас визуально, видите, я провожу, и я вижу вот эту полоску. Если вы ее видите, то она, как говорится, все ее увидят. А вы ее уберите вниз. Вы ее уберите вниз, и тогда у вас будет вот такой вот блик на весь ноготь без полоски. Видите, у вас будет вот такое вот мерцание. Очень красивое. Так, да, цвет просто бомба. Теперь, девочки, держитесь. Мой любимый Луна номер 10. Мне кажется, что я даже без отмагничивания его люблю просто так. Я сейчас вам покажу. Посмотрите, какой он бомбял.
Во-первых, он очень плотный. Большое преимущество того, что можно не наносить никакие подложки. Вы сразу его делаете, наносите на базу. Сразу на базу нанесли. Смотрите, как, мне кажется, он даже это прям живые частички, они просто мерцают. Угу. Я говорю, я могу его даже... Вот, смотрите, какой классный. Нанесла. Теперь опять беру с одной стороны, держу, с другой стороны. Девчонки, он просто бомбический. Номер 10. Так. Главное, подержите подольше. Вот здесь тоже, если видите, на весь ноготь он будет просто бомбический. Как это кто любит темные какие-нибудь ноготочки. Девчонки, мы делали, тестировали на клиенте, да, с короткими ногтями. Он просто потрясно смотрится, вообще даже не обсуждается. Можно увести подальше блик. Вот такой вот. Но он... Да, он Новый год с луной этой. Да, да, нужно. Мне нравится. Спасибо. Я что-то пропустила. Аня, какая желтая луна? Аня, зима на улице, холодно. Какая желтая луна? Пока голубая луна. Голубая. Пока голубая луна. Может быть, серебристая, которая с золотистыми частичками? Нет? Ну нет, желтой луны пока нет. Желтый? Аня, ждите. Обязательно сделаем. Так. Пока голубая. Так, дальше. Смотрите, тебе... теперь последняя. Луна золотая. Фу, золотая. Аня, ну вас. Графит. Цвет графит. Цвет графит. Это номер 11. Это любимая луна Гали Ланцовой. Насколько я знаю, да и вообще всех. Я теперь показываю, девочки, сейчас внимательно, пожалуйста, посмотрите. Я вам буду показывать, как делать блик шар. Сижу, магричу, магрич, магрич. Магнитю, магричу. Так, теперь смотрите, сейчас сделаем с вами. Это делается двумя магнитами. Кто сразу делает за нами, пожалуйста, подготовьте два магнита, потому что я знаю, что многие в эфире это делают, затем нам присылают, самый классный, нам присылают отработки. Девчонки, отмечайте меня и Ника Нагель, мы выставляем у себя в сторис вас. Так, беру с одной стороны бокового валика. Девочки, имеет значение, какой, мне всегда задают вопрос. Наташа, имеет значение, как держать магнит? Да, имеет значение, как держать магнит. Вот так вы его держите, вот так вы его держите. Вот так все имеет значение. Поэтому, пожалуйста, повнимательно не слушайте, как держать магнит, чтобы у вас получилось именно отмагничивание прям вот крутое. Так, смотрите, что я делаю. Я беру с одной стороны магнит, с одной стороны бокового валика держу магнитик, подержала, убрала. Делаю широкую такую полоску, широкую дорожку, не узкую. Смотрите, вот так мне делать не нужно. Я вам сейчас даже покажу, как вы мне все делаете. Вы вот так держите магнит и делаете вот такую узкую полоску. Это неправильно. Никогда у вас не получится блик круглый. Так, перемешиваю частицы. Если у вас не получилось, либо еще что-то, девчонки, перемешивайте частицы. Потом, если вы их все прям в кучу собрали, их сложно потом просто разбить вот в этот круг. Теперь смотрите, опять держу с одной стороны бокового валика. В тонкую полоску, пожалуйста, не собирайте с другой, вот так вот с одной, с другой. Вот прям держу и их толкаю, чтобы у меня получилась вот такая широкая дорожка. Не узкая полоса, а вот такая широкая дорожка. Затем со свободного края также подношу магнит. Блин, а вот вам видно? Так, девчонки, сейчас я приклею. Так, приклеиваю. Беру второй магнит.
Держу два магнита. Два магнита. О нем как раз пишет. Я вот и думаю, бон-пари купить и луну. Для желтой и теперь луны. Смотрите, вы должны сделать восьмерку. Видите, у меня два магнита лицом друг к другу. И я делаю вот такую шестерку, восьмерку. Видите? У вас должна получиться вот такая восьмерка. Один магнит мы держим пониже, второй магнит мы держим повыше. Они не на одном уровне. Один чуть-чуть пониже, другой чуть-чуть повыше. Вы должны. Видно там, да, я так думаю? Mm-hmm. Видно. Видно. Отлично. Вот так я держу магнитики. Видите, я могу круг сделать поменьше, побольше, вот просто двигая магнитики. Сделала вот таких два кружочка и резко убрала магниты, резко убираем. И у вас будут, вот они, ваши кружочки и блики суперские. Я надеюсь, девчонки, что я правильно, ну, как показываю, довольно-таки понятно. Скажите, ну, хотя бы сердечко 6. Три шестерки как сделаете, так будет крутой круг. Тогда можете говорить заклинания, загадывать желания, и все будет круто. И ваш клиент вам в следующий раз даст больше денег, и вам не нужно будет повышать цены. Он скажет, а это вам чаевые и еще 300 рублей плюсом. Спасибо. Так, и отправляю сушиться в лампу. Надеюсь, поняли, как делать. Спасибо, спасибо. Ответочка пошла. Спасибо, Галь. Вот. И вы в этот круг закладываете всю свою энергетику. Все, что вы хотите от клиента, чтобы он вам давал больше денег. И т.д. и т.п. У вас получается все очень классно и круто. Так, девчонки, смотрите. Вот такие вот у нас получились. У нас получается 8, 9, 10. И сейчас 11 подсохнет. Вот видите, вот такие у нас цвета, новые луны, новые луны. Так, и вот он графит. Вот такие вот оттеночки. Ну, мне кажется, очень красивые, очень красивые. Отмагнитили все по-разному, поэтому, видите, все смотрятся, они, конечно, по-разному. Прям советую, вот просто советую. Причем не обязательно их делать полностью на ноготок, да? А мы будем сейчас их делать, ну, просто в какой-нибудь дизайн вложим. Так, мы с вами покрыли ноготочек. Вот сюда я их положу, чтобы они вам глазки мозолили. Все как я люблю. Девчонки, заказывайте. Заказывайте у нас у Анастасии, заказывайте у нас на сайте. Промокод Календина, скидка 10%. Ну, вы можете... Я просто тащусь от луны. Ну, сейчас у нас, говорю, новая еще коллекция «Королева зима». Так, что я делаю теперь? У меня есть вот такой голубой фон. Ну, представьте, клиент пришел к вам сделать какие-нибудь ноготочки, вы начинаете что-нибудь ваять. Затем я возьму, давайте я возьму королеву, могу взять луну 11 номер, 11, и возьму еще какой-нибудь голубой. Потому что мы хотим сделать, ну, они что-то зимнее просят, что-то интересное. Но вам не хочется, они не хотят ни елочек, не хотят никаких, ничего такого. Прям не пойми какого. Поэтому, нет, давайте 11-ю луну возьму. 11-я, можно серая. А, ну, 11-я это графит. А, нормально, я так работаю. Вот Юля пропустила начало эфира, покрывали без подложки. Без. Они все без подложки наносятся. Они очень плотные. Очень-очень плотные. Теперь возьму какую-нибудь, давайте, вот такую луну. Голубенькую. Вот восьмую взяла. А, так как у меня будет фон очень-очень светлый, поэтому я темную луну не буду брать, да? Ой, господи, нет. Ну, взяла. Так, теперь что дальше я делаю? Дальше я... Беру тонкую кисть. Дай мне. Ну, давай, пусть будет это. Тонкую кисть. Теперь смотрите, я чуть-чуть их прям смешиваю между собой. Смешиваю. Я могу сначала, кстати, вот такой вот. Видите, я как будто растяжечку делаю. Делаю растяжечку. 11-й луной. У кого есть 7-я, я еще очень люблю 7-й, девчонки, это делать. Почему? Потому что 7-я луна, она прям тоже бомбял. Она именно такой цвет. Тут, наверное, не найдешь.
Ладно, мы сейчас вот так вот сделаем. Седьмую я уже делала, а сейчас я сделаю. И сюда добавляю еще голубую как раз луну свою. Привет, спасибо. В этом году такая бомбическая кошка. Взрыв красоты на ногтях. Да. И смотрите, просто делайте каляку-маляку. Все могут делать каляку-маляку. Я думаю, что да. Я сделала такую, говорю, каляку-маляку тоже своим девчонкам. Они все остались довольны. Затем берете каляку-маляку, отмагничиваете. С одной стороны подержу, с другой. Делаю такой вот прям блик-блик-блик. Отмагничиваю. Так, вот такой вот сделаю. Видно? С одной подержала, с другой. И вот здесь вы как раз можете еще поработать своим шариком, девчонки. Шарик, конечно, вам даст... он для вот именно для таких каких-то маленьких рисуночков очень хорошо подходит. Хотите более такой сделать блик расплывчатый, можно большим магнитом. Ну, так как сейчас это все модно. Что там? Пишут, что все умеют каляку. Вот только Галина только учится. А, каляку? Каляку. Каляку-маляку. Так, теперь смотрите, я выбираю какой-либо, ну, не знаю, вы можете взять какое-то очертание, да, может, ну, лицо, слайдер, я не знаю. Но мы еще хотим что-то заснеженное сделать. Девчонки, чтобы сделать заснеженное что-то, я просто беру вот такую же каляконскую-маляконскую кисть, ужасную. Чем ужаснее кисть, это не эта кисть, кстати, есть еще поужаснее у меня тут. А, во, есть. Вот такую вот ужасную кисть, потому что люблю работать с ужасными кистями. Вот такая вся, никакая, никакая. Теперь берете гель-краску, любую. Хотите, у кого-то есть арт-колор, у кого-то есть любая белая гель-краска. С липким слоем, без липкого слоя, вообще не принципиально. У меня вот тоже есть финиш гель Вайс. Давно у нас его нет в продаже, но он вечный. Если когда он появится, советую приобрести гель-краска без липкого слоя, которая работает на вас лет 5. Так, дальше что я делаю? Смотрите, мне нужно сделать вокруг снежок, вокруг своей каляки-маляки. А еще, если купить Леди Кристалл, на ней все гель-лаки растекаются? Да. Да, Ань, все. Кстати, я к вам такой классный дизайн же придумала. Ё-моё, во, сейчас покажу. Я его еще не показывала в эфире, но я, наверное, вам в следующий раз покажу. Девочки, смотрите. А ты у себя выставляла, да? Да, я у себя выставляла. Это же с наборами леди и как раз вот этими луной сделано. Посмотрите, какой он бомбический. Я его, правда, хочу все дорисовать, никак не могу дорисовать, но я его обязательно дорисую, и мы с вами его сделаем в эфире. Хотите вот такой вот дизайн? Я просто над ним тащусь. Простите. Такие слова. Ну, просто, знаете, когда эмоции переполняют, я просто вот кайфую от того, что я делаю. Скажите, да. Название гель-лака, из которого дым делать можно. Эффект дыма. Ну, вы знаете, да, это у нас есть такой гель-лак, который называется White Smoke. White Smoke. Вот он, White Smoke. Простите за такое, это White Smoke. Скриньте. А, белый дым, так и называется. Так, дальше, смотрите. Да-да-да, эфир, очень эфир хотим. Да, конечно, сделаю, вообще сделаю. У вас же есть наборы леди. У кого нет набора леди, тот точно их приобретет. Мы с вами сделаем, да, девчат. У меня мысли поперла. И на черной подложке мы можем с вами сделать дизайн. Будем и на белой. А, да-да-да-да. Черный графитом. А, да, Настя. Так, теперь смотрите. Я беру белую краску. Туда вот такую свою ужасную кисть макаю и отпечатываю лишнее прямо вот здесь у себя, ну, на картоночке, на палитрочке. Простите, куда-то ушел у меня этот фокус. Так, теперь дальше сейчас, дайте вот так будет хорошо, это фокусируется. Теперь делаю такую, знаете, как снег. Делаю такую вот растяжечку. Плохо, да, видно? Вот такую прям. Этой кисточкой. У кого есть аэропуфинг, тот может сделать аэропуфингом. Ну, я вот просто вот такую вот, видите, растяжечку вокруг
забабахала. У меня такой вот сугробик получился. Сугробик. Девчонки, знаете, что хочу сказать? На данный момент это сугробик. По лету это делаете, у вас получается море с пеной. Так, отправляю в лампу сушиться. И дальше, ну что мы с вами? Ну давайте все-таки какое-то лицо забабахаем. Ну вроде это Новый год, но что будем делать, скажи, Настя? Что прилепим? Да, что прилепим. Можно все посмотреть. Что прилепим? Что прилепим? Вот тут Галдина Анюта к нам в гости приехала. Наша мама. Нашу, да, наша мама приехала, Анюта. Мы так по тебе, Анюта, скучали. Ну ладно, вчера виделись. Ну вчера где? В эфире? Конечно. Вот, понимаете? А давайте снежинку Блин, она какая-то чудная. Ну ладно. Да, давайте снежинку. Или все-таки лицо. Давай, это снежинка. Очень красиво будет. Снежинку? Да. Вот, видите, Аня пришла и сразу... Ну, геометризировала. Это, знаете, я еще не удивлена. А, луну сушили перед сугробиком. Сушили. Снежинки мне, здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. Видишь, как ты будешь. Здоровая тебя. Да, 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 да. Так, вот Аня говорит, давай снежинку. Ну, давай снежинку, забабахаем. Вы знаете, я даже не удивлена, что Аня еще сейчас скажет сосульку, потом скажет Дед Морозика, потом Снегурочку. И, ну, весь хоровод мы будем делать на всех ногтях с вами. И тогда у нас будет все круто. Так, понятно. Сейчас ножницы. Ножницы. Здравствуйте, девочки. Да, вот, пишут они тебе, пишут, ну потому что... Давай лепи уже. Да сейчас. А какую снежинку, белую или черную? Ну, пусть они сами решают. Черную, давайте черную, я хочу черную. Пусть они сами решают. Давайте черную. Черную снежинку. Ну, белый уже снег у нас там. Анюточка, Анюточка, здравствуйте. Да, вот, прикинь, Галя, она нас вчера на Доде бросила. Uh-huh. Вот именно ее с нами черная, черная. Вот, правильно, черная. Так, теперь беру я. Галкал, галкал. А что делать-то? Вот ты понимаешь? А, галкал куда-то ушел. Ай, давай замути марафон, Ань, замути марафон. Постой, паровоз. С меня здесь дипломы. Девочки, хотите ли вы продолжение марафона Галкал? Скажите мне, чтобы Анька сейчас сразу в обморок упала здесь. Врубай ее. Говорить стало лишним. Да, да, да. Вот, скучилась, видишь, она по марафончикам. Хотите марафон? О, хотим. А, Оля готова. Марафон Галкал рулит. Он, видите, Галдина до сих пор снится. Оля уже стартует. Стартую. Во-во-во. А можно так. Цену таких слайдеров? Цену слайдеров? Да, у нас сейчас все металлизированные по 100 рублей. Девочки, 100 рублей в круг. Берите. Вот честно. Распродажа. Распродажа. Марафон Галкал. С Калентина начинает. Зараза. Так. Галина пишет, рада слышать вас вместе. Да, я сама рада. Я сама в шоке. Галдин целый день здесь по работе ходит. Так, сейчас, девчонки, берете вот так вот слайдер. Вот он, его. Они очень хорошо тянутся, не рвутся. Девчонки, поверьте, кто брал наши слайдеры, тот в курсе, что качество их просто потрясное. Я вот сюда, наверное, прилеплю. Вообще, по идее, я неправильно леплю слайдер. Так делать не нужно. Сейчас Галдина меня вообще убьет, так слайдеры не лепят. Их лепят на подложечку. Она не видит очень хорошо. Очень хорошо, что она не видит. Тогда не участвовали, но сейчас обязательно будут, понимаешь? А-а-а. Да, да, да. Нет, девчат, вы знаете что? Мы, наверное, с вами сделаем марафон после Нового года. Сейчас все усердно пилят.
А как раз Галдюня отдохнет у меня, наберется сил после Нового года, и мы сделаем с вами продолжение марафона Галкал. Да. Она сейчас придумывает еще кучу дизайнов. Конечно. Смотрите, разложили вот так вот слайдер. Ну, посмотрите, ну, получается, мне кажется, интересненько. Очень, да? Очень. Прикольно. Написали, у вас все потрясное. Да? Вот, да. У нас все потрясное. Спасибо, Галина. Очень красиво. Спасибо. Так, теперь что я делаю? Я перекрываю это все финишем. Финишем каким перекрываем, девочки? Ну, как, кто знает, какой у нас есть финиш? Каким финишем перекрываем? Я знаю, можно скажу? Нет, Галкал, помолчи. Пришел тут подсказчик ваш подсказывать. Так, чем перекрыть? Аврора. Неправильно. Правильно. Это вот знаете, как вредитель здесь пришел? Аврора. Наташин любимый финиш. Аврора. Давай платинум. Платинум. Сначала Аврора, потом платинум. 3D. Нет, вот. Дальше пошли. Бриллиант. Ура, бриллиант. Нет бриллианта. Слушай, вы не поверите, мне кто-то даже сегодня Аврору забрал. Значит, платину. Есть такая личность. И не отдал, да? А потому что завтра нужна. А можно сейчас покрыть Авророй? Покройте бриллиант платином. Очень просят этот блеск. Ну, сейчас мы, посмотрим. Вам уже заканчивать пора. Сейчас закончим. Нет, девочки, нам с вами очень весело. Вот, понимаете, зараза, вот ей лень сделать шаг. Сейчас мы с вами бриллиантом покроем. Я бы покрыла, конечно, Авророй, но пока перекрою бриллиантом. Не надо, уже бриллианты покрываю. А потом покроем платинумом. Просто мне хочется... Посмотреть, запись будет? Ну, если мы здесь ничего плохого не говорили, то оставим. Будет, конечно, девчонки, оставим запись. Здесь очень много лишнего сказала сейчас. Да? Да. Ой, девочки, мне очень нравится. А ты мне за это делаешь такую снежинку? Не позорься. Вы слышали? Вот вы слышали? Я тут делаю, как красиво. Где можешь посмотреть ваши слайдеры? На, девчонки, слайдеры можете посмотреть где? Скажи, Настя. У меня. У нее. Хотите? Вот эта женщина, вот эта девушка, это, да, ваша Анна. Ой, Анна, господи, Анастасия, Анна, да, вот она, Анна, вот она, Анна, вот она, да, Анна Галдина, вот она, Настя. Вот, Настя, вы напишите, она вам пришлет все слайдеры, которые у нас есть. Да, в Никонаге. Да, в Никонаге. У нас есть, не надо, очень хорошо, когда все живчики. Вот теперь сломал штатив. Теперь все криво. Нет, все нормально. Так. Как красиво, супер. Так, девчонки, ой, как далеко. Вот, вот. А теперь смотрите, можно это, конечно же, покрыть еще и... Почаще совместный эфир просит. Да? Хорошо. Вот, девочки, завтра я не знаю кто. Завтра ты в эфире, нет? Хватит. Нет, не ты. Мы вчера рисовали быков. Девчат, не вопрос. В следующий раз прям смотрите, где Календина, там и Галдина. Где Галдина, там и Календина. Мы либо на расстоянии будем, либо вместе. Так, теперь смотрите, я беру бриллиант платину. Это наша любимая, прямо вот сейчас новогодняя новинка. Обалденная штука. Вы можете либо частично добавить, да? Где-то частично. Здесь давай, очень вот красивый. Она хочет, вот смотрите. Ой, какой он красивый, господи, а. Знаете, у Галдиной блеска много не бывает. Вообще, а этот причем год, надо, чтобы были стразы, блески, все. И металл прям. Ну, конечно, получается бомбял. Это же охеренно, да. А получается просто бомбял. Лучше. Да. Вы мои антидепрессанты. Да. Да, здесь пишут девочки такие малыши, хатушки. Круто, у вас так весело. Да можно было не рисовать, просто поржать. Рядом сесть. Чего тут как рисуешь? Мы бы им рассказали, что было бы в эфире. Понимаешь, поржали бы с ними, все. Все. Время без 15. Заканчиваем. О, мне уже пишут. Да, Наташа, домой пора. Девочки, миленькие мои, спасибо вам большое, что вы были сегодня в эфире. Кстати, я вам обещала вот это, я вам это сделаю.
Вот это такой вот эфир. Надо же, правильно очень такой? Очень надо. Да? Очень надо. Очень красиво. Красиво. Очень. Вот не дорисовала, но мы с вами сделаем такой эфир на следующей неделе. Я, правда, не помню, какую я тему заявила. Хоть бы раз вышла заявленной темой. Так, ну ладно. А мы с вами все решаем прямо здесь, именно в эфире. Нет, ну, конечно, заявленная тоже тема будет. Так, у нас с вами были новые луны. Новые луны и новая коллекция... Королева зима. Как вы куда? Мы домой! Мы домой! А вы дома? Да, нет, все дома. Им хорошо, мы сейчас тоже домой поедем. Прикинь, покушаем и баньки. Все, девчулечки, спасибо вам за эфир. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Люблю вас, целую. Пока. Господи, где здесь кнопка, которая завершает эфир? Опять ее нету. Опять ее нету.